Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами отправляемся в магазин «Мегагрошек», расположенный по адресу город Минск, проспект Независимости, 117, корпус 1. В данном видеообзоре мы рассмотрим с вами новинки, пройдемся по товарам для дома, для деток. Также обязательно огромный выбор здесь появился бытовой химии и, конечно же, продукты. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра! Итак, начнем наш видеообзор с товаров для наших деток, также товаров для дома. По продажу поступил вот такой набор школьника. Стоит он 34 рубля 89 копеек. В комплекте идет 74 предмета, которые вы можете сейчас, посмотрев, поставить видео на паузу. Набор маркеров 3 штуки, 1 рубль 59 копеек. И вот такой набор гелевых ручек за 69 копеек. Журнал «Умный ребенок» стоит 4 рубля 19 копеек. Игрушка-конструктор «Лего» 3 в 1, 59,99. Игрушечная машинка под названием «Стрелять» 5,99. Виниловые одноразовые печатки «Домпи» в наличии имеются «Элька» и «Эмка» 10,99. В упаковочке находится 100 штук. Набор, состоящий из 6 стеклянных стопок, 11,99. Производство Китай. От российского производителя можно приобрести вот такой набор, состоящий из 3 досочек, 7,99. Набор ножей 18,89. Производство Китай. Женские носочки 1 рубль 49 копеек. Производство Китай. Еще в магазине можно приобрести мужские сапоги, цена 26,99. Производство Россия. Они идут без утеплителя. Корм «Педигри» для взрослых собак, производство «Россия», 89 копеек. Корм «Цезарь» 85 грамм, 1 рубль 29, производство «Россия». Махровое полотенце габаритами 50×90, 7,99, производство «Узбекистан». 84 капсулы для посудомоечной машины «Фэри», цена супер-мега-классная, 43,99. 10 капсул для стирки белья «Савекс», производство «Болгария», 9,49. Кондиционер для детского белья Softland, производство Германия, 7 рублей 29 копеек, объем 1 литр. Пятновыводитель и отбеливатель для ткани Ваниш массой 500 грамм, производство Россия, 5,29. Сменный блок для унитаза Пурман, 2 рубля 79 копеек, массой по 50 грамм. Еще обратите внимание, супер-мега-выгодная классная цена на стиральный порошок Ушастый нянь, масса 4,5 килограмма, цена 23,99. Мужской дезодорант Dove 7 рублей 39 копеек за объем 250 мл. Лак для волос Veloflex 8,99. Стиральный порошок Визир массой 9 кг 100 грамм 89,59. Производство Чехия. Мицеллярная водичка от польского бренда Zaya подходит для сухой кожи 9,99 за объем 390 мл. Кстати, еще обратите внимание, что в продаже появился испанский бренд Bifas. Мицеллярная водичка объемом 200 мл стоит всего лишь 5,99. Ночной крем для лица Zaya объемом 50 мл стоит 7,49. И гель для умывания на основе козьего молока объемом 200 мл 6,99. Кондиционер палатки для ткани производства Германия объемом 875 мл 5,99. Еще в ассортименте магазина имеются вот такие кондиционеры ополаскиватели для тканей. Вот такой вариант стоит 6,99, а вот этот же 5,99, объема 750 мл, производство Германия. Бальзам после бритья Эвелайн Косметик объемом 150 мл, производство Польша, 5,99. Питательный крем для рук стоит 4,99, объем здесь 100 мл. Мицеллярная водичка на основе гиалуроновой кислоты объемом 400 мл стоит 8,99. Масло для тела Амалфи питательное объемом 200 мл, производство Испания, 5,99. Шампунь от этого бренда объемом 900 мл интенсивный блеск стоит 8,89. Пенка мыло для рук объемом 500 мл, производство Турция, 5 рублей 79 копеек. Гель для душа Sanex, производство Вьетнам, объемом 750 мл, 9,99. Зубная электрическая щетка Кристол, 15,49, производство Китай. Бомбочка для ванн Лилия, цена 2 рубля 39 копеек, масса 135 грамм. Сыротка для лица Farmstay с золотом и пептидами, объем здесь 250 мл, хватит надолго, 19 рублей 99 копеек. А вот уже такая сыротка для лица на основе алоэ вера стоит 16,99. Крем для ног «Интенсивное питание» 2 рубля 89 копеек, объем 200 мл, имеет освежающий эффект.
Второй вариант электрической зубной щетки, кстати, представлены две расцветки, это розовая и голубая, 16,99, производство Китай. Зубная паста Сигнал объемом 75 мл, производство Франция, 2,69. Зубная паста с таурином Gold, производство Китай, объем 150 мл, цена 4,99. Зубочистки Crystal Storm, 50 штучек в комплекте, 2,59. Популярная корейская зубная паста массой 285 грамм стоит 16,79. И еще в продаже появилась детская зубная паста производства Китай, объем здесь 115 мл, 4,99. И еще в продаже появилась вот такая зубная паста Clean Tooth, аромат ваниль и черника, масса 100 грамм, производства Китай, 2,99. Женские гигиенические прокладки Rebrez, 20 штук в упаковочке, 5,59. Тампоны Clean Life, 16 штук в упаковке, производства Болгария, 4,99. И тампакс 16 штук за 9,49. Детские подгузники Pampers Active Baby, четверочка, 58 штук, 39,59. И супервыгодная цена Huggies Classic, размер 5, 58 штук, 28,99. Капсулы для стирки белья Make Magic, 57 штучек в упаковочке, 11,99, производство Китай. Я думаю, уже многие видели обзор на данные капсулы. Они, можно сказать, не отстирывают какие-либо загрязнения, но просто освежить белье вполне имеет смысл. Сыпучий стиральный порошок Бронкс массой 5 кг стоит 14,99. Стиральный порошок Персил массой 3 кг 13,99. И в магазине здесь это очень крутая акция. Два средства для мытья посуды Фэри объемами по 900 мл 13,99. Производство Чехия. Повторюсь, за две баночки. Переходим мы с вами в продуктовый отдел. Кофе Нескафе Классик, растворимое, молотое, массой 320 грамм, производство Россия, 15,99. Упаковочка Лавацци, 250 грамм, 6 штук в наборе, цена 53,99, это тоже очень-очень выгодно. Кофе Жокей масса 450 грамм, 11,89, тоже довольно-таки выгодно. Растворимое кофе Nescafe Gold массой 190 грамм, 13,29. А вот уже молотое кофе Lavazza, крема густо массой 250 грамм, 10,39. Рассыпчатый черный чай Greenfield массой 100 грамм, 3,79. Набор чая TS12 видов, 60 пакетиков в упаковочке, 12,99. Кофе в зернах массой 1 кг, производство Италия, 18,99. А вот уже Lavazza Rossa в зернах массой 1 кг стоит 44,99. Спагетти Барилла массой 450 грамм, 2,89. Макаронные изделия Макфа Витки массой 400 грамм за 1 рубль 89 копеек. Кукурузные хлопья Густо 1 рубль 29 копеек. Киноа Food Collection 5 рублей 89 копеек за массу 450 грамм. Булгу стоит 2 рубля 39 копеек. Сухая смесь для приготовления пшеничных блинчиков Бабушкина кухня 1 рубль 49 копеек, масса 500 грамм. Даже поступила новинка от компании Food Collection. Это соль гималайская розовая мелкая, масса 300 грамм, 1 рубль 99 копеек. Печенье Зоопарк массой 100 грамм, производства Польша, 5 рублей 39 копеек. Сухой завтрак Крутка массой 210 грамм стоит 2 рубля 49 копеек. И вот такие шоколадные вафельки Балконе 4,99, масса 175 грамм. Подкопченная форель массой 200 грамм, 14,99. Соус Терияки Food Collection объемом 250 мл, 3,39. Кстати, еще я здесь обнаружила вот такой готовый полуфабрикат. Это фаршированный перец черри с сыром. Масса здесь 250 грамм и цена 7,99. Производство Турция. Также здесь можно приобрести булочки для гамбургера черного цвета. Масса 320 грамм, производство Беларусь, 1,89. Консервированные половинки персиков массой 400 грамм, производство Китай, 2,99. Настю в сиропе кусочками, 3,99, масса 565 грамм. Оливковое масло объемом 1 литр, производства Испания, 17,99. А вот уже оливковое масло Гранда Олива объемом 1 литр, производства Испания, стоит 32,99. Виноградное масло объемом 850 мл, производства Молдова, 14,99. И еще обратите внимание, очень выгодная цена на масло грецкого ореха. Объем здесь 250 мл, производства также Молдова, 10,99. Солнечное рафинированное дезодорированное масло стоит 3 рубля 49 копеек. Нерафинированное подсолнечное масло домашнее, 2
2 рубля 19 копеек за объем 500 миллилитров. Винный уксус 1 рубль 49 копеек за объем 1 литр, производство Литва. Уксус яблочный от белорусского производителя стоит 4 рубля 29 копеек за объем 1 литр. Консервированные томаты черри от бренда Нежина массой 680 грамм стоят 3 рубля 39 копеек. Консервированные шампиньоны массой 530 грамм стоят 4 рубля 89 копеек, производство Китай. Маринованный зеленый перец халапеньо объемом 320 миллилитров 4 рубля 69 копеек. Консервированный зеленый горошек массой 425 грамм, производство Молдова, 2 рубля 29 копеек. Быстренько мы с вами пройдемся по ценам на фрукты и овощи. Картофель красный, производство Беларусь, 41 копейка. Вот такой потрясающий шикарный лук стоит по 85 копеек. Он действительно очень огромный. Далее картофель свежий, урожай 23 года, производство Беларусь, по 40 копеек за массу 1 килограмм. Морковь свежая, 1 килограмм 54 копейки. Лук репчатый красный 1 рубль 79 копеек. Свекла по 47 копеек. И капусточка белокочанная 69 копеек. Бананы. Цена 4 рубля 69 копеек за массу 1 килограмм. Синяя слива 3,99. Яблоко производства Беларусь 1 рубль 79 копеек. А красное яблоко производства Турция 4,99. И есть еще продажи яблока Гала по 2 рубля 19 копеек. Томат слива производства Беларусь 4 рубля 89 копеек и огурчик колючий 1,99, также производство Беларусь. Арбуз 1 килограмм 99 копеек и лимончики по 4 рубля 29 копеек. Еще из новинок в продажу поступил вот такой гранатовый сок прямого отжима, объем 1 литр, производства Азербайджан, 6 рублей 39 копеек. Универсальная приправа производства Узбекистан, массой 200 грамм, цена 2 рубля 39 копеек. Грибной суп-пюре массой 18 грамм, производства Беларусь, 55 копеек. Кетчуп Лечо готовим дома, массой 400 грамм, производства Россия, 1,89. Каская аджика от бренда ABC стоит 2 рубля 29 копеек. За массу 160 грамм. Соус Регия томатный песто 4 рубля 89 копеек за массу 190 грамм, производство Италия. Намазка на брускетту с паприкой объемом 225 миллилитров стоит 4,99. Томатный кетчуп Хайнц массой 550 грамм, производство Россия, 4,79. Кстати, еще я обнаружил, что в продаже имеется замороженная облепиха, производство Россия, 9,99 за массу 1 килограмм. А вот уже клубничка стоит по 5 рублей 49 копеек. Шампиньоны замороженные 4,99 и есть еще вот такая смесь за 7,99. Консерва тушеная говядина первого сорта массой 338 грамм, производства Беларусь, 5,99. Бланшированный тунец в масле от Густа массой 185 грамм, 4,49. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Мега Гроши в городе Минске подошел к концу. Если вам видео оказалось полезным, то обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня очень часто выходят видеообзоры на различную тематику. Также не забывайте оставлять отзывы на продукцию, которую я указывала в видеоролике. Я, как всегда, по традиции желаю вам приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока.